Когда возникли алиментные обязательства? Алиментные обязательства были известны еще в римском праве. Они возникали в силу закона, и по закону сначала отец обязан был содержать детей, потом мать, впоследствии алиментные обязательства ложились на родственников по восходящей линии со стороны отца, а потом со стороны матери. В русском представлении русского права также были институты, которые можно отнести к алиментным обязательствам, а именно традиция наделять дочерей перед выходом замуж приданным. Перед выходом замуж составлялись так называемые рядовые списки, куда заносилось все имущество, передаваемое дочери перед вступлением в брак. На тот случай, если придется это имущество возвращать. Однако, что интересно, право требовать наделения себя приданным дочь не имела. То есть можно говорить, что эти обязательства возникали в силу традиции, а не в силу закона. В настоящее время алиментные обязательства установлены у нас в силу закона.